240 человек. Столько пассажиров может вместить это судно. Построенный в 1986 году теплоход ранее был известен как «Дмитрий Калинин» в честь Героя Советского Союза. До 2016 года теплоход курсировал вдоль побережья Анапы. Спустя три года он совершил первое путешествие из Туапсе в Сочи. В этом году мы проходили серьезную реновацию, замена и обновление всех основных узлов. Были произведены замены основных двигателей, дизель-генераторов, рулевого, винтов, валов, ну и прочего. То есть сейчас судно находится в отличном техническом состоянии. Двухпалубный теплоход будет курсировать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Из Туапсе он выезжает в 8 часов утра и прибывает в Сочи в час дня, а в 8 часов вечера можно уплыть на том же теплоходе обратно. По средам и воскресеньям теплоход ходит по маршруту Лазаревская-Сочи. Часы отправки и прибытия такие же. Поездки сопровождаются рассказом гида о достопримечательностях и знаковых местах побережья. Данное морское движение, конечно, будет для города Сочи это большой плюс, потому что отдыхающие с Туапсе будут приезжать в город Сочи. В нашем городе Сочи есть на что посмотреть. Также экскурсии будут проходить этим отдыхающим. Конечно, это будет плюс для нашего города Сочи. Морское сообщение будет действовать до конца сентября. В следующем году теплоход начнет навигацию одновременно со стартом летнего курортного сезона 1 июня. Кстати, такой тип морских перевозок стал доступен благодаря туристическому проекту «Золотое кольцо Боспорского царства». На сегодняшний день в рамках этого проекта в Краснодарском крае организовано еще три морских маршрута. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.